Анна Юріївна Рускевич народилась 25 липня у Дніпропетровську в родині науковців. Мама – фізик, батько – радіофізик, бабуся – лікар-дерматолог, дідусь – хірург. У дитинстві захоплювалась міфологією і театром, мріяла стати кінокритиком. Закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Прикладна математика», а також майстерню реклами кіно і телебачення Юрія Гримова. В університеті потрапила до команди КВН. Зухвало організувала виступ у Дніпрі Михайла Жванецького. Більше 20 років займається організацією гастролей і заходів у сфері культури, арт-директорка міжнародного фестивалю «Джаз на Дніпрі», авторка концепції оновленої версії фестивалю. Володіє англійською та французькою, обожнює джаз, називає себе культурним агентом, ніколи не здається. Вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Мене звуть Ольга Володимирова, я пані, і сьогодні у мене ще одна пані в гостях, її звуть нарешті пані, до речі, якось пани, нарешті пані. Мабуть, я тебе випросила у якогось там, у якоїсь світобудови. Це Анна Рускевич. Вітаю, знайомтеся, а як ми її будемо представляти, ким, ну зараз будемо розбиратися. Привіт, Аня. Привіт. Аня Рускевич, для мене це завжди сіяння, оптимізм, красота, ізисканість, інтелігентність. Ну, спасибо. Ну, це ж не робота, да? Це не іпостасі, це не функція. Аня, хто ти, як функція? Ну, честно говоря, во-первых, мне кажется, что если человек к своей работе относится серьезно, то, наверное, вот, и его натура является фактически проявлением его работы. То есть так или иначе, ну, точно так же, как и ты, будь ты другим человеком, наверное, мы бы сегодня здесь не разговаривали, и вот мы уже какое-то время сейчас общались, и я понимаю, что меня эта беседа захватывает. Мне совершенно не хотелось, чтобы сейчас включались камеры, и мы меняли тему. Угу. Вот. Ну, в общем, на сегодняшний день я позиционирую себя как арт-директор фестиваля «Джаз на Днепре», но так или иначе, в общем, за моими плечами множество гастрольных проектов, так что... Культуртрегер, можно тебя назвать? Да, наверное. Хорошее слово. Многие говорят, о, это отрицательное слово. Многие говорят, ну что отрицательное? Ну, нормальное слово. Ну, как культурный агент, я не знаю, просветитель, да. Кто? Мне нравится это определение, потому что, ну, на самом деле, каждый раз, когда я берусь за какой-то проект, мне очень хочется поделиться тем, во что я влюблена, вот рассказать об этом людям, влюбить людей. В общем-то, да, наверное... Культурный агент, пожалуй, давай так и оставим. Хорошо, давай так и оставим. Значит, Оля беседка, Аня собеседница, и параллельно, значит, сияющий культурный агент. Но это же не сразу все произошло. Маленькая Аня вряд ли мечтала быть культурным агентом или говорила там не все буквы еще, не все звуки выговаривая, что она хочет быть культуртрегером. Правильно, слова-то такого не было и не знала. Какое было детство, кто родители? Ну, родители научные работники, мы жили втроем, и большую часть, в общем-то, в моем воспитании брала на себя бабушка. Бабушка была врачом-дерматологом, вот, мама физик, отец радиофизик, поэтому, скажем так, дома всегда папа сидел в свободное время с паяльниками, что-нибудь мастерил. В общем-то, у нас дома, ну, сделанные руками. Ученый, но не только теоретик, да? Да. Ну, то есть всевозможные приемники, колонки, проигрыватели. Когда я уже, в общем-то, подрастала, у нас на балконе появилась первая в городе спутниковая тарелка, которую он тоже собрал фактически своими руками. И по принципу папье-маше слепил вот такую вот чашу, которая... Ну, в общем-то, привлекало внимание, наверное, всех проезжающих первым номером трамвая мимо нашего дома. Это в Днепре было? Да, да. Ты родилась в Днепре? Да. Да? Так, да. Вот у нас человек, у которого дома появилась первая спутниковая тарелка. У нас сегодня будет мемуар, историческая передача, я так понимаю, да? Класс. Слушай, интересный факт на самом деле. Это на проспекте? Это на Октябрьской площади, Соборной теперь. То есть, ну, слушай, это подсказка нашим экскурсоводам. Они теперь могут ходить, там, посмотрите налево, а вот здесь они и там, табличка должна появиться. Они там и так ходят, поскольку в нашем доме еще некоторое время после войны жил Брежнев. Вот.
И, честно говоря, про этот факт можно было бы даже забыть, но когда там несколько лет назад было столетие Брежнева, группы с экскурсоводами проходили мимо дома и останавливались, и мы долго не могли, как-то не сразу вспомнили, почему так. Вот. Но люди заглядывали, рассматривали дом, заглядывали в окна, в какой именно квартире, ну, скажем так, соседи спорят. Ну, в общем, так или иначе, какое-то время он действительно жил в этом доме. Ну, вы с ним не пересеклись, нет? Нет. Брежневым? Нет. Хорошо. Итак, папа физик и не только теоретик. Мама? Тоже физик. Тоже физик. Да. Бабушка? Врач. Врач. Ну, дедушка умер еще, когда моей маме было 18 лет. Он был известным хирургом. Вот. В общем, врачебная семья у мамы. У отца, ну, в общем-то, может быть, кому-то знакома моя фамилия по учебникам начертательной геометрии, то есть в строительном институте. Фамилия вот. Редкая. Да, редкая. Ты, наверное, в городе сейчас одна, да? Ну, у меня нет знакомых моих однофамильцев, но на Фейсбуке я уже видела, что есть люди с такой фамилией, живущие в Белоруссии, и в Москве кто-то был. То есть ни с кем не знакома, но фамилию уже встречала. Наверное, лет до 30 не встречала ни разу. Так, хорошо. Маленькая Аня. Какое детство? Что прививали маленькой Ане? Ну, прививали, естественно, всевозможные интересы. Паяльник интерес. В руки не давали, нет? Паяльник не давали, но исследованиями всяческих физических процессов я занималась. Вот у меня, в принципе, есть там всяческие шрамы, поскольку засунуть палец в розетку, это, ну, без такого опыта, наверное, меня бы не было. А так я очень много смотрела взрослые программы по телевидению. Вот, причем, как мне рассказывает мама, я могла там буквально в пятилетнем возрасте подойти к экрану и так нахмуриться и спросить, это малый театр или Автанговский? Да. Я прекрасно помню, как меня пытались уложить спать там в 9 вечера, и я подсматривала сквозь щель в двери вот, фильмы уже, которые смотрели родители. Там, по-моему, после программы «Время» они начинались в 21:30, то есть я старалась это не пропускать, и как потом меня, в общем-то, ловили за этим занятием родители. Вот. Но, тем не менее, я все, что смотрели дома, я это впитывала, ну и, наверное, еще... Мне кажется, что это было довольно важным. В какой-то момент, наверное, года в 4, мне в руки попалась книжка «Мифологические сюжеты в произведениях искусства». И вот сказки в тот момент сменились мифологическими сюжетами. Эта книжка была посвящена собранию картин в Эрмитаже, поэтому я с удовольствием изучала истории там, Троянской войны, Данаи, всевозможных Персеев. В общем, абсолютно все для меня это в какой-то момент заменило сказки. Слушай, это очень правильная книжка. Я сейчас так сделаю ремарку такую менторскую. На мой взгляд, в каждом доме должна быть книжка мифов. Причем, наверное, вот есть же адаптация, да, для младшего возраста, там, для среднего, для старшего. Потому что все, что происходит с нами сегодня, все очень хорошо накладывается вот калечкой, просто калечкой на то, что предлагала нам когда-то античность, вот серьезно, вот все сюжеты наши жизненные, все. Поэтому очень правильное воспитание, тебе должно быть сегодня чуть проще, чем тем, кто не читал мифы в детстве, наверное, поэтому такая сияющая. Ну, может быть, не проще, но я надеюсь, что, наверное, интереснее. Ну, ты находишь просто аналогии, да? Я нахожу, да, и причем, когда появилась возможность путешествовать и, конечно, увидеть многие вещи там своими глазами, вот, но поражает уровень цивилизации, который был в те времена, и как мало на самом деле изменилось. Вот, кстати, буквально вчера мне попалась статья о проекте первых городов на Марсе. Вот не знаю, слышала ты или нет, но уже, в общем-то, некая компания, сейчас не вспомню название, разработали проект на 5 городов, население 1 миллион, и что-то мне подсказывает, что еще при нашей жизни мы, по крайней мере, это начнут строить. Вот принцип
значит, построение этих городов мне очень напомнил древние поселения вот на территории тоже там Турции, Греции. То есть это будут капсулы, ячейки, ну а в те времена были пещеры в скалах. Вот, то есть фактически... Ничего нового придумать не могут. Все от древних греков, понимаешь? Мне нравится Аня, которая не застала Брежнева, да? Ну, застанет жизнь на Марсе, да? Это просто потрясающая история. Я и Брежнева застала, и я надеюсь, мне кажется, что жизнь на Марсе тоже. Отлично. Кем ты хотела быть в детстве? То есть то, что ты рассказываешь, ну, это путь к театральной или кинокритике, да, вот эти все вот, там, какой театр, там, подсматривание в щель взрослых фильмов. Ты откуда знаешь? Что? Что ты хотела стать театральным критиком? Кинокритиком. Но я никогда не строила эти планы всерьез. То есть, опять же, наверное, лет в 12 в моем доме появился потрясающий журнал «Искусство кино». То есть фильмы тогда, ну, великих там, классических режиссеров к просмотру были недоступны, а вот сценарии в этом журнале уже были напечатаны, и поэтому я зачитывалась, фактически я в школьные годы прочитала все сценарии этих фильмов, а потом появилась возможность это посмотреть. Mm-hmm. Вот, так что да, у меня было большое желание стать, именно почему-то я так и назвала эту профессию киноведом. Вот, но в семье все-таки привыкли смотреть трезво на вещи, каких-то там особых связей в Москве не предполагалось. Но про конкурс там, поступления в ВГИК ходили легенды, поэтому, естественно, в общем-то... А ты актрисой стать не хотела, нет. Кстати, нет? Вот, кстати, никогда. С твоей сияющей внешностью, по-моему... Ну, спасибо за комплимент, но, правда, не хотела. Как-то... Ну, потеряла большое кино в твоем лице. Ладно, пусть оно теперь... Ну, слушай, еще не поздно, наверное. Ну, в принципе, да. В принципе, да, на Марс точно не поздно, поэтому в кино тем более. Так, значит, связей не было, перспектив не было, желание было, но этого было мало. Но это было просто... Это был интерес, увлечение. Я даже не понимала на самом деле, что, наверное, я к этому была готова. Потому что потом уже, спустя годы, я получала вот второй диплом в РГГУ, при студии «Юг» Юрия Грымова. Что такое РГГУ? Российский государственный гуманитарный университет. Ага, понятно. Вот, то есть у меня вот второе образование, да, и я туда как бы пришла именно с целью. Мне казалось, что кроме моего математического диплома нужно получить что-то уже более близкое к тому, чем я занимаюсь. А ты закончила прикладную математику? Да. Правильно? Да. В ДНУ? В нашем университете? Да. Да? Это кто настоял? Ну, и математика мне нравилась. Вот, русский язык мне тоже нравился, но я подумала, что все-таки, скорее всего, надо идти туда, где считают, а не туда, где пишут. Вот, поэтому, не настоял, просто мне показалось, что математика мне интереснее, чем физика. Вот, химия вообще была не моей историей, поэтому... Вот. В целом я пошла туда, потому что, да, мне нравилась эта наука. Но в какой-то момент, когда мы учились, уже не было распределения, и на самом деле по профессии практически никто из моих сокурсников и не работает, там единицы. Многие, правда, уехали в Америку, в Израиль, и вот люди, которые уехали, они как раз, по-моему, в этой области реализовались. Те, кто остались здесь... А какие перспективы были у тебя после примата? Кем работать? Ну, когда я поступала, я думала, что я буду программистом. Вот, потом как-то... В общем, я попала в нашу команду КВН, потом оказалось еще, что хорошо бы участвовать в университете, еще где-то работать. Времена были, сама помнишь, не очень легкие. Вот, и как-то, работая в одной компании параллельно, я поняла, что я примерно представляю, как можно организовать гастроли, поэтому к моменту там, моих 23 лет я уже фактически созрела для своей сегодняшней профессии. Но это не было таким каким-то осознанным выбором, чтобы сосредоточиться, думать, чем бы мне заняться. Просто жизнь как-то несла по волнам, и нужно было принимать вот какие-то сиюминутные решения. А математика вот помогала в процессе организации гастролей? Ну, мне кажется, что вообще, умение мыслить логично помогает.
Вот. Безусловно, интегралы или какие-либо там уравнения решать мне не приходилось после университета уже. И, наверное, я многое уже даже и не помню, но сам склад мышления, я думаю, что это очень хорошая школа. То есть математика дисциплинирует мозги, да? Да. Как-то выстраивает вообще логику. Я вспомнила, где я тебя впервые увидела. Ну, наверняка я тебя видела и раньше, mm-hmm. Днепр-то. Mm-hmm. Город не очень большой, а поскольку культурное сообщество, оно очень... конкретно, да, ты приходишь, да. И это вот одни и те же люди, да, угу. Ты приходишь на какое-то мероприятие и говоришь, господи, а другие люди в этом городе есть, да, на самом деле это хорошо, потому что это там свои, да. Это были гастроли, по-моему, Игоря Бутмана. Мы с тобой раньше увиделись, что ты. И вот это ты была, кто-то еще с тобой в партнерах был, вот сейчас не вспомню, кто в партнершах, да. И пресс-конференция, большой баннер. Угу. Вот, по-моему, это был Бутман. Раньше? Угу, раньше. Ну, смотри, начала я, в общем-то, заниматься этим более-менее самостоятельно под крышей торгово-промышленной группы «Рейнфорд». Вот. И это было 6 лет моей жизни, первые 6 лет. Тогда мы не работали еще с Бутманом. Я немножко занималась джазом. У нас были концерты, например, оркестра Олега Лунстрема. Вот, но это больше были театральные проекты. И, опять же, там Михаил Жванецкий, Ян Арлазоров, Патрисия Касс, группа Юрахип, Назарет. Это слушай, все из того времени. Как это произошло вообще? То есть ты пришла... к руководителям Рейнфорда и сказала им, да, слушайте, можно же расширить там свою деятельность и иметь там репутацию, да, культурного там, например, бизнеса, да, или как это вообще происходит в жизни? Было иначе. В нашей студенческой компании был Борис Цительман, ну, один из основателей Рейнфорда. Он был несколько нас старше, но, тем не менее, мы были хорошо знакомы. И вот уже спустя, там, получается, какое-то количество времени он успел организовать Рейнфорд. А я после университета работала в компании. В общем, мы с ним встретились совершенно случайно, по-моему, чуть ли не на улице или в каком-то кафе. Вот, и оказалось, что... У него есть желание раскручивать вот как раз название «Рейнфорд», торговую марку. Он думал вот о том, что, может быть, сделать это с помощью гастролей. А у меня, оказалось, как раз есть контакты, и было понятно, куда позвонить и как это сделать. То есть я, честно говоря, тогда я помню, это был какой-то весенний день, наверное, думаю, что 96-й год. Вот, разговор был очень недолгий, я к нему даже не особо серьезно отнеслась. Вот, но там позвонила, что-то попробовала. Вот, потом перезвонила Борису, и, в общем-то, мы стартанули. А откуда дровишки, стесняюсь спросить, откуда контакты? Ну, знаешь, все как-то в жизни получилось постепенно. То есть, как я уже говорила, была команда КВН. Вот, там были знакомства. Потом была такая довольно известная фирма, не очень долго просуществовавшая, но наделавшая много шуму. Это Баефи-компания. Да. Многие сегодняшние деятели культуры в нашем городе столкнулись с Дмитрием Баевым и работали на его проектах. Вот, соответственно, были какие-то контакты, наработанные во время сотрудничества с ним. Это еще вот во время учебы в университете вот было. Потом я где-то, наверное, полгода проработала в компании Interpipe. Вот. И в те времена Виктор Пинчук активно сотрудничал с театром «Линком» и с «Виртуозами Москвы». Вот. Так что вот на тот момент встречи с Борисом, 23 года, у меня, может быть, планов не было, а вот записная книжка со всевозможными телефонами была достаточно уже пухленькая. И понеслось. Понеслось, да. И, честно говоря, когда, я помню, мы решили так особо не мелочиться, начать с Михаила Жванецкого, вот, это был тоже опыт достаточно своеобразный, потому что, когда я позвонила, я получила очень тактичный отказ. Вот, то есть, ну, я не поняла даже, что это отказ. Я была настолько тогда наивна. Вот, то есть мне сказали, что спасибо за приглашение, но дат у нас нет.
Вот, и поскольку я не поняла, что это отказ, я... Ты села ждать, когда приедет Жванецкий, да? Нет, не села. Нет. Вот это вот ключевой момент, что сидеть и ждать бесполезно. Вот, у меня в Москве была подруга, у которой можно остановиться. Вот тоже, в общем-то, ее мама из нашего города, и бабушка из нашего города, и мы вот тремя поколениями дружим. Вот, и я подумала, поскольку дело было к лету, время было, вот как раз в начале июня, вот, решила навестить свою подругу. Села в поезд, тогда, я думаю, это еще был плацкартный вагон, вот, с очень небольшим количеством вещей. Жаркое лето, какие-то юбка-шорты, там футболочка, джинсы. Вот, и поехала погостить к своей подруге Свете. И я там уже, находясь в Москве, перезвонила еще раз в офис Жванецкого и говорю, что вот я сейчас оказией как раз нахожусь здесь. Может быть, можно к вам зайти и побеседовать о перспективах возможных гастролей. Но поскольку это было так внезапно и неожиданно, мне не отказали и дали адрес, сказали зайти. Ошеломило людей. Да. Вот, я тут рядышком, давайте я зайду. Ну, ты понимаешь, получается, что на самом деле это правильный путь. Потому что вот как раз самым, вот, наверное, глупым было бы сложить руки и ничего не делать. Ну, это было с твоей стороны наглость, напористость, там, я не знаю, или это было вот просто вот, ну, естественное желание вот позвонить и пригласить? Это была чистая наивность, потому что я не поняла, что мне было отказано. Я просто этого не поняла. Ну и правильно, у тебя не было отказано, как оказалось, по большому-то счету. Ну, нет дат, хорошо, сегодня нет, завтра будут, ну что такое. Ну, так примерно и вышло, потому что, да, я приехала в назначенное время по адресу, вот, пришла в офис, и в этот момент как раз к Жванецкому приходила, по-моему, журналист, то ли из «Нью-Йорк Таймс», то ли, в общем, некий американский журналист брать интервью. Вот, и, видимо, мне тогда повезло, он немножко там заплутал, и его директор выскочил, встречая, в общем, искать журналиста, чтобы, в общем-то, помочь ему найти правильную дверь. И вот в этот момент я в офисе натолкнулась на Жванецкого, который, конечно, ни сном, ни духом не понимал никто, что здесь вообще может делать посторонний человек, поэтому, наткнувшись на меня в коридоре их офиса, он спросил: «А вы кто?» Вот, ну, я набрала воздух в грудь и где-то минуты две одним предложением ему рассказала, кто я, почему, зачем и что нас ждет впереди. Я из Днепропетровска, не надо меня пугать, да? То есть примерно так. Это была одна фраза, минуты на две. Когда я ее закончила, он только спросил: «Простите, как вы сказали, вас зовут?» Вот в этот момент появился директор, уже нашедший журналиста, вот, и говорит: «О, говорит, а вы, мол, уже познакомились?» Ну, на что я радостно сказала: «Да, вот, и, по-моему, мы уже и договорились». Вот, все сложилось в тот раз? Да, сложилось. И буквально через полтора месяца вот у нас состоялись первые гастроли. Мало того, тогда еще я немножко задержалась в Москве, и мне удалось пообщаться и познакомиться с ними ближе. Тогда было очень интересное время. Это были перевыборы Ельцина, 96-й год. Вот, и меня, в общем, как-то, ну, скажем, это было, опять же, такое везение. Вот мне достался там некий пригласительный билет в клуб «Московских новостей», вот, где были вот, ну, практически все важные деятели культуры того времени. Вот, то есть там Михаил Жванецкий выступал, а, соответственно, среди гостей там был Леонид Парфенов, Ирина Хакамада, потом был наш земляк, прекрасный писатель Александр Кабаков, вот, Виктор Лошак, который... тоже наш земляк, но он из Запорожья, если вы знаете. Да, тогда он возглавлял газету «Московские новости». То есть это было очень интересное общество. Я смотрела на все это в буквальном смысле, открыв рот. Примерно так я сейчас на тебя смотрю. Я же сказала, это будет историческая передача сегодня. Да, если 96-й год, знаешь. Ну, класс. Было ужасно интересно. Вот очень мне, я думаю, много дало. Вот, наверное, что было, Ань, да. Что было главное тогда вот для того, чтобы получить контакт? Не тушеваться, быть естественной, быть
ну, там, я не знаю, вежливая, да, какой-то этикет. Угу. Что важно было? Мы же понимаем, что все мы обычные люди из плоти и крови, даже если это и статус, даже если это и большой актер, да, большой актер — это просто большая занятость. Мы понимаем, что это не капризы часто, это и усталость, и все остальное. Но обычные люди часто воспринимают, как там зазнался, зажрался, там еще чего-то. Да, на самом деле же нет, мы же знаем это. Что главное было? Как важно было в это дело вот. Ну, мне кажется, что искреннее желание. То есть, во-первых, абсолютная честность, во-вторых, искренность. Среди вот твоих гастролеров, да, mm-hmm. вот действительно не было каких-то особо капризных, с особыми райдерами, да, какими-то там, ну... Нет, были, конечно. Были капризные. Были капризные, да. Ну, поскольку я работала практически со всеми жанрами, вот, в поп-музыке можно встретить что угодно. То есть, в общем, самые разнообразные расширения райдеров, возможные в поп-среде. Но дело в том, что, опять же... Самый безумный вот райдер, помнишь? Вот, ну, неважно чей, можем обойтись без имен. Да, я, наверное, имена называть не буду. Но, например, одна вовсе не возрастная певица, вот в райдере было написано, что артистка не идет пешком более 30 метров. Вот, например... Даже не знаю, как это прокомментировать. Потом, опять же, была история с покойным продюсером Юрием Эйзеншписом. Вот у меня был сборный концерт, и он в то время продюсировал певца Никиту. Ну, наверное, мало кто этого певца сегодня помнит, но какой-то момент времени там был такой совершенно сумасшедший хайп вокруг его имени. Вот, но... Я тогда столкнулась с тем, что продюсеру не все равно, в каком месте программы будет выступать, значит, его протеже. Вот. И тогда было, в общем, у нас были очень интересные диалоги. Опять же, у вечера был сценарий, и что-то менять было невозможно. Но я получала звонки на мобильный телефон с обещаниями открутить мне голову и все соответствующее. Но это, конечно... То есть Никита должен быть только хедлайнером? Да, да. Да? Да. Понятно. Вот. Это конец 90-х. Вот. И обещание открутить голову звучало реалистично, да? Да. Понятно. Хотя все равно, честно говоря, я не поступилась. Можно ли называть, что вот эта прихотливость, да, это особенности вот поп-исполнителей? Вот можно сказать, что другие жанры более скромные, да? Это, да, вот, можно, это вот жанровая можно. Особенность или это индивидуально жанровая? Да. И мне кажется, что это во многом даже идет не от артиста, а это, скажем, часть бизнеса, часть пиара, то есть нужно создать вот как бы такой образ, такое напряжение, вот, так что на самом деле, конечно, скажем, и даже та актриса, которая не шла 30 метров, больше 30 метров пешком, на самом деле прекрасно шла, вот, и не вспоминала об этом. Но райдеры иногда приходят, это целые там книги, то есть, и можно читать там 2 недели. А был, например, самый короткий райдер бытовой? Ну, бытовые райдеры иногда вообще не присылают. Вот, опять же, я в последнее время сосредоточилась на джазе, и джазовые артисты часто... Ну, то есть скажут просто, нас столько-то человек, значит, там... И все, да? То есть могут не указывать ни еду, там, ни какие-то особые напитки? Не указывают, мало того, среди очень больших звезд в джазе, ну, это, причем это такие звезды, которые уже, скажем, не узкого жанра, например, вот Эл Джеро. Вот, и я встречала как-то его с группой, и мы традиционно, даже не задумываясь, нужно или нет, мы оформили, значит, ему как человеку с особым статусом, причем возрастному и не очень здоровому на тот момент, значит, встречу в VIP-зале, а группа выходила через обычный вход, и, соответственно, мы встречали его на автомобиле представительского класса, а для группы был приготовлен микроавтобус. И вот Эл Джеро, он был невероятно тоже приветлив, мягок в общении, но он сказал, что спасибо, но я поеду с ребятами. Вот я отдельно, значит, то есть это моя группа, я с ними.
Вот можно, кстати, вот, например, на первый взгляд очень такая капризная певица Лайма Вайкуле, она тоже очень часто не хочет, скажем так, отделять себя от своего коллектива. Она относится к своим ребятам с большим уважением, к музыкантам и к танцорам. Вот. И мне кажется, что это проявление, опять же, уровня культуры исполнителя. То есть, если большая звезда, он знает, что он не станет меньшей звездой от того, если он будет вести себя как, ну, нормальный культурный человек. Ему не нужно что-то разгонять и, в общем, делать лишние движения. Он, да, и так все знает. Да, да, когда не нужно, в общем-то, в титрах подписывать, кто это, да, это уже слава, да, собственно говоря, этим все сказано. Ань, как в твоей жизни появился джаз? Вот как ты вот, выделила его для себя как основное? Семья, дома очень любили джаз с детства, пластинки. Поэтому, скажем так, у меня любовь к музыке была с детства. Вот. И опять же, когда вообще первые гастроли, идея этих гастролей пришла ко мне во сне. Вот. Вообще первые? Ну, первые джазовые. Ага. Именно оркестр Лунстрема. Вот, это был сон. И я проснулась и поняла, что почему же Олег Леонидович стоит за пультом, легендарная личность, и, в общем-то, почему мы не работаем вместе. И в этот момент вот я буквально, проснувшись, начала искать контакты, нашла. Кстати, да, помогла женщина, директор Яна Орлазорова. Вот, и вот с того момента у меня началась дружба с этим коллективом. Мы по сей день, в общем-то, общаемся. Вот первые гастроли получились так. Первые гастроли были оркестр Олега Лунстрема. Да. Дальше. И опять понеслось, да? Только уже в джазе. Ну, все вместе было тогда. Все равно тогда больше места, наверное, занимал театр. И, честно говоря, если бы не сегодняшняя политическая ситуация, я бы театр ни за что не бросила. Мне ужасно не хватает. Вот, даже не только для моей деятельности, просто вот даже для образа жизни. Вот, я тоскую без театральных проектов. Но они же, скажем, они были очень высокого класса, поэтому, конечно. Но сегодня ты в культурном сообществе ассоциируешься со словами «эксперт по джазу». То есть, ну, наверное, ну, ты, да, понимаешь вообще свою экспертность, да? Да. Молодец. Я же уже не очень в этом сомневаюсь, что у меня есть, в общем-то, что я могу быть экспертом. Вот одна из фактически крупнейших конференций европейских джазовых, Jazz Ahead в Бремени осенью 2019 года пригласила меня в жюри шоу-кейсов европейской панели. То есть это достаточно большой уровень признания моей компетенции. Угу. Да. И какие там твои обязанности? Ну, это было уже, получается, конец 2019 года. Что это вообще такое? То есть в Бремени каждый год в апреле проходит большая конференция и фестиваль. Называется это Jazz Ahead. Вот там артисты, джазовые фестивали, площадки, промоутеры, журналисты. В общем, собирается все мировое джазовое сообщество и представляет результаты своей работы, представляет свои проекты, ищут партнеров для этого бизнеса. То есть это, в общем-то, самое значимое в Европе событие. В том числе там есть так называемый фестиваль шоу-кейсов. То есть музыканты со всего мира подают заявки на участие в этом шоу-кейсе. А жюри потом отбирает финалистов. Там несколько панелей, то есть есть немецкая панель как страна, значит, хозяйка, есть страна-партнер, вот, есть европейская панель и, значит, страны, которые не входят в Европу. Вот фактически вот такие несколько подразделений. В каждом подразделении собирается жюри 12 человек. И мы сперва по видеоработам и заявкам отбираем, значит, тех, кто нам нравится, потом идут всяческие там видеосессии, и выбираются уже финалисты, а финалисты уже выступают перед всем этим экспертным сообществом в Бремени во время самой конференции. То есть это была работа, там 180 групп было в моей панели, причем, ну, каждый день примерно полтора месяца, два часа ежедневно у меня уходило на отсмотр материалов. И, в общем-то, еще было очень важно, скажем так, никого не пропустить, потому что
Ну, музыка непростая, вот поэтому как где-то там фоном ее на кухне, если включишь, можно что-то пропустить и кого-то не заметить. Вот так что... Вот такая была работа, но потом, к сожалению... И дня без джазу, да, называется? Да, но тяжеловато, потому что, во-первых, все-таки это не вся музыка, скажем так, позволяет как-то получить удовольствие. Ну и, во-вторых, да. Это же не твой личный плейлист, когда вот тебе нравится, ты слушаешь, да, а это обязаловка, которая... То есть которая... есть очень интересные вещи, есть вещи, которые, может быть, даже с первого раза вообще, скажем... осознать невозможно. Слушай, у тебя есть Инстаграм, я посмотрела, да? Пустой. У него есть подписчики, но он пустой. Ты же можешь наполнять его фотографиями звезд и так далее, и продавать себя. Почему ты этого не делаешь? Ой, знаешь, никогда. Я просто не успеваю. На самом деле, я понимаю уже сейчас, что нужно заниматься так называемым личным брендом, вот, вкладывать в себя и... Наверное, действительно, у меня есть материал, которым можно поделиться. Но вот пока еще руки не дошли. Ну, есть же куча людей, которые... Я и звезда, да? И кто звездей на этой фотографии, не очень понятно на самом деле. А у тебя этого нет? Ну, у тебя же есть куча фотографий. Наверняка архивы, наверное, потрясающие, да? Да, есть... Ну, ты знаешь, вот фотография «Я плюс звезда», честно говоря, я даже как-то постесняюсь. То есть, если... «Я плюс звезда, и мы с этой звездой дружим» — это одна история, хотя тоже тогда, наверное, не для того, чтобы ее выставлять. А для дружбы. Да. А если это человек, с которым просто я случайно где-то сфотографировалась, то ну, мне как-то неловко. Ты знаешь, мне уже, вот я как-то подошла к такому возрасту, мне хочется уже, чтобы я и без звезды, без звезд как-то, в общем, могла себя ценить. Ну, я думаю, у тебя все для этого есть, и поэтому, собственно говоря, сегодня ты здесь спасибо. В том числе, потому что мне интересно общаться с людьми самодостаточными, которые это понимают на самом деле, да, там периодически меня называют там внучкой Фрейда, там, или там мамкой Дудя. Интересна история успеха тогда, когда это не упало с неба, когда это труд, когда это работа, когда за этим что-то стоит. Ну, какие-то вещи, да, вот мы там общались, например, там, с фотографом Игорем Спиваком, и он говорит, я счастливчик, и я задаю часто маме вопрос, да, почему мне так легко вот что-то дается? Предыдущие поколения очень много сделали для того, чтобы тебе легко давалось, да, генетика, среда, книги, музыка, да, то есть казалось бы, люди просто, наши родители, они просто так жили, да, это просто была их необходимость, как воздух, как вода, как пища, иметь книги, слушать музыку, ходить в театры, да, казалось бы, то есть это вот обыденность, да, но мы-то эти прививки получали дома, да, и теперь ты говоришь, мне не хватает вот театра, да, если бы не было в детстве вот этих вот афтанговских, как ты говорила, или малых, то, я думаю, ты занималась бы там другими совершенно вещами. Есть прививка, которая вот она работает. Это иммунитет от бескультурья? Что это? Наверное, иммунитет, да, я так думаю. Можно так сказать. Людям, которые вот выросли, как ты, да, на хороших образцах, на качественных, да, на у которых есть вкус, да, давай так, у которых есть вкус, откуда, неважно. Им сложнее сегодня или, наоборот, проще, как тебе кажется? Тебе коробит, ну, скажем так, низкопробное то, что появляется? Или же ты понимаешь, что это болезнь роста, и оно тебя не касается, не нервирует? Нет, нервирует? Меня нервирует ужасно. Мало того, у меня большие сомнения, что это болезнь роста, что рост происходит. То есть мне хочется в это верить. Мало того, я вижу там вот сегодня поколение 20-летних ребят. Ну, мне эти ребята очень симпатичны. Но в то же время, я не знаю, вот мне просто больно иногда понимать, что они о некоторых вещах, ну, не то чтобы они не знают, они даже не знают, чего они не знают. Вот, и если сегодня вот в нашем обществе стимул узнавать, я пока не знаю. Вот очень, ну, как это тоже можно сказать, такой большой хайп вокруг современных технологий, и пытаются, в общем-то, сейчас как бы такая, ну, как бы
утвердится такая точка зрения, что вот это самое главное, а мы, мол, как бы перескочили и будем действовать, скажем так, тут теперь более прагматично, распоряжаться временем более грамотно. Вот мне кажется, что это не совсем хороший путь. Ну, мы получим очередной потерянный рай, мне кажется. Мы часто говорим, да, как о потерянном рае, о каких-то очень определенных периодах. И каждый новый утраченный нами период – это потерянный рай, хотя тогда он нам раем не казался, да. Не, ну, я думаю, опять же, вот, новое поколение, оно к чему-то придет и вырулит, и создаст что-то свое. Вот, но другое дело, что… Ой… Пока вот, получается, последние вот, пару десятилетий я улучшений в культурном, скажем, культурной составляющей нашей жизни не вижу. Так, все, ладно, хватит о грустном, да. Давай о джазе. Все-таки джаз был, джаз на Днепре он был, да. Потом его не было, потом он снова был. Ну, он да? был и не был несколько раз. Так был и не был несколько да. раз. То, что джаз на Днепре, в Днепре все-таки... реинкарнирует, да, возрождается. О чем это говорит, по-твоему? Что мы без него не можем? Или есть просто определенные заинтересованные в нем люди, и вот и они как локомотивы тянут? Что происходит? Ну, во-первых, действительно, ну, фонд «Культурная столица», там, в частности, Григорий Гельфер и Евгений Гиндин, они, безусловно, являются локомотивом этого процесса, и они тянут. То есть они очень много... фактически делаю для того, чтобы этот фестиваль продолжал жить. Вот. А почему вообще фестиваль сегодня существует в городе? Ну, мне кажется, что у нас настолько вот в какой-то момент уже была явная нехватка ярких культурных проектов, что, ну, в общем-то, просто необходимо было чем-то заполнять вакуум. И, естественно, то, что в городе фактически было свое, родное, это же действительно, ну, я помню даже, вот как раз мы вспоминали начало моей деятельности, вот, но это тот период, когда уже джаз на Днепре практически не проходил или проходил в каких-то очень камерных форматах. Вот, но, тем не менее, во многих городах джазовые музыканты, ведущие про этот фестиваль знали и говорили, вспоминали какие-то там 70-е годы, когда они приезжали. То есть фестиваль был значим, и ни в коем случае нельзя было, ну, скажем так, про него забывать и дать ему вообще умереть. И тут твои знания и твоя записная книжка пригодились. Ну, я занималась джазом на тот момент уже много времени, то есть на частные проекты, там даже не в записной книжке дело, а скорее даже в знаниях. Вот, да, пригодились. Я надеюсь. Ты можешь посчитать, сколько в твоем, вот, в твоей колоде, да, джазовых исполнителей, которых ты можешь достать и сказать, а вот этот, вот давайте этого позовем? Дело в том, что достать я могу практически кого угодно. Это все вопрос финансовых возможностей, потому что есть артисты, у которых совсем запредельные гонорары, и, наверное, при нашей сегодняшней жизни неправильно было бы, ну, скажем, тратить деньги в таком размере, все-таки тоже это. Ну, помечтать можем. О ком ты мечтаешь? Знаешь, о таком вот? Знаешь, нет. Вот, кстати, хедлайнеры нашего фестиваля, они как раз вот в моем виш-листе присутствуют. То есть я не считаю, например, ну, условно, что я мечтаю пригласить Даяну Кролл. Вот, но в моем понимании, например, певица Пати Остин, ну, скажем, мне она интереснее и ближе. Ну, это как вариант. Или... То есть Анна Рускевич решает вот джазом на Днепре свои личные, да, вопросы. Вот она хочет Пати Остин и продвигает, и таким, ну, образом. Наверное, это да. не мы хотим, это Аня хочет, да? Правильно? Ну, я же арт-директор, поэтому, естественно, если... Поэтому все пляшите под мою дудку. Если артист мне кажется интересным, то, естественно, как я уже говорила, мой посыл поделиться этой любовью. Вот, а как еще, кроме как привести? Вот, но... Да, наверное, если артист, скажем так, не отвечает моему вкусу, то я как арт-директор не могу подписаться под его приглашением. Это существенный момент, да, в том числе и профессиональный. Есть какой-то артист, знакомством с которым ты гордишься? Ну, например, его там трудно было до него там как-то вот достучаться, да? Там есть какие-то вообще такие сложности в том, чтобы достать кого-нибудь?
Или все прям доступны сегодня? Смотри, сложности, чтобы достать кого-то, у меня нет. У меня хорошая репутация и хорошая достаточно агентская сеть знакомств. То есть действительно, ну, скажем, абсолютно к любому артисту я знаю, как обратиться. Другое дело, что... Ну, если у меня с кем-то действительно из артистов складываются хорошие отношения, то я это очень ценю. Горжусь ли я этим? Да я даже не знаю, я не уверена, что это связано с какими-то моими личными достижениями. Это во многом это определено человеческими качествами этого же человека. А есть кто-то, с кем ты просто общаешься не потому, что он будет ехать или не будет Конечно, ехать, а да. просто вот, да, да кто, да. с кем задружилась? Ну, смотри, во-первых, у меня на Фейсбуке несколько тысяч друзей, большая часть из этих людей – музыканты. То есть, ну, дружба на Фейсбуке – это да, такое, это может да, быть формально. Но я со многими из них действительно общаюсь вне каких-то рабочих планов. Вот, у меня были очень теплые отношения с французским скрипачом Дидье Локвудом. Вот, он, к сожалению, умер несколько лет назад. Вот, но, в принципе, это была дружба, которая была связана... Не обязательно было делать какие-то проекты. Вот, то есть мы общались, у него какие-то были там, личные перемены, переживания, мы могли поделиться этим. Вот, наверное... Знаешь, у меня... Среди джазовых музыкантов довольно много друзей, я не знаю даже, кого из них назвать. Но Джеки Тарасоном мы прекрасно общаемся, в общем, тоже. Так. Я, наверное, на этом не остановлюсь, потому что перечислять просто... То есть очень многие ребята, вот, например, Майкл Венце, это мой друг, и даже когда-то гостил у меня около недели, да, так, у него были обстоятельства, да, и он там не смог вовремя улететь, и так вот, ну, в общем-то, это, безусловно, дружба. Среди московских музыкантов, да, я очень близко дружила, там, сейчас как бы по возможности продолжаем общаться, но из-за всех этих, опять же, сложностей с пересечением границы это сейчас существенно сократилось, но я дружила там с Антоном Барониным, с Максимом Пегановым, это мои друзья. Так вот. Местный джаз, местные группы, есть же много молодых исполнителей, да. и уже не очень молодых, но которые все еще для нас там молодые, да, и сейчас вот тот же Якоб Цветинский, который работал на фестивале, сейчас он в Швейцарии, он говорит, что у Днепра хорошая джазовая подушка сейчас, да, есть запас, основа в Академии музыки, да, которая пошла вот новым уже путем каким-то, подказалась от каких-то там заскорузлых уже методик там и так далее, да. Что ты скажешь на эту тему? То есть его радует то, что происходит, и он видит, что будет еще прорыв. Ну, смотри, все, что касается там количества талантливых музыкантов в нашем городе, вот у нас с этим и раньше было все в порядке. Вот, и сейчас действительно есть несколько очень интересных коллективов, которые достойны представлять не только наш город, но, в принципе, и страну на фестивалях самого высокого уровня. Мало того, я вот даже, по-моему, ну, ты, наверное, знаешь, например, квартет Павла Сидоренко я привозила на фестиваль в Щецин, и я была свидетелем того, как, во-первых, они совершенно фирменно работали, во-вторых, они настолько понравились публике, что их даже потом на дополнительный концерт пригласили. Так что есть с кем работать. Но для того, чтобы был прорыв, вот, недостаточно просто мастерства музыкантов. Нужны меценаты, которые бы вкладывали деньги в их продвижение. Опять же, вот в записи дисков, не на последние там сэкономленные деньги, а так, чтобы это была хорошая студия, хорошее звукосведение. Вот, потому что, опять же, если что, с кем им конкурировать? Приходится конкурировать с людьми, которые записываются в лучших там студиях Нью-Йорка, например, или, может быть, там даже вот сейчас очень много, опять же, прорыв своего рода происходит на российской сцене. Вот там прекрасная классическая школа, там хорошая еще джазовая школа, но при этом вот они, делая записи в Москве, потом все равно многие из них едут и сводят звук в Штатах у тех же людей, которые работают с самыми там звездами первой величины.
Вот. То есть, когда ты понимаешь, что нужно конкурировать с работами такого качества, то просто, ну, скажем так, если человек будет экономить на трамвайных билетах или там на покупке хлеба себе домой, далеко на этом не уехать. Вот. Поэтому, конечно, сейчас стоит вопрос, может быть, должны быть какие-то гранты, помощь меценатов. Нужно записывать диски, готовить материалы, представлять ребят на тех же вот форумах, шоу-кейсах, там вот на Jazz Ahead, или там, не знаю, есть в Испании, есть во Франции, и вообще во множестве стран есть такие фактически. То есть сегодня качество записи имеет значение? Огромное значение, да. Ну, просто никто То есть ты можешь живьем быть офигенным, например, да, но для того, чтобы тебя позвали, ты должен... Нужно иметь что-то продемонстрировать. Нужно иметь фактически весь пакет. То есть, вот, а это требует финансовых вложений. В общем-то, чтобы играть качественно тоже, в общем-то, в это нужно вкладывать. Потому что одного там клуба на город неизвестный Петровский, но это же смешно, тем более, что он находится не в самом удобном месте. Вот, и не так много там места. Да, да. Вот. Хотя публика джазовая у нас есть. Да, есть. Публика есть. Ее было бы больше, если бы было больше возможностей. Знаешь, мне вот кажется, кстати, что очень существенный сейчас прорыв, опять же, наш фестиваль за последние годы создал. То есть я наблюдаю просто спрос на наши концерты. Вот он растет в геометрической прогрессии буквально каждый год. Вот поэтому я понимаю, что это те люди, которые бы с удовольствием ходили на концерты. Ну, вы уже приучили к хорошему, слушай, да? Ведь правда же, когда люди говорили, вот почему там 200 гривен билет, а приезжает Пати Остин. Сколько билет на Пати Остин стоит в мире? Ну, самый дешевый, в мире? Ну, я могу сказать, что прийти на концерт рядового джазового исполнителя, не такой, в общем-то, легендарной личности, как Пати, например, во французский клуб, это 30 евро. Вот. Ну, в Германии, может быть, немножко меньше, но не намного. Вот, то есть я сама тоже, естественно, я люблю джаз не только в работе, я еще стараюсь, как бы, естественно, ездить по возможности, когда особенно были открыты границы, посещать фестивали. Я тоже сталкиваюсь с тем, что, да, если ты покупаешь самый такой вот скромный билет, не на какое-то суперместо, просто даже где-то в уголочке постоять, это хотя бы 20 евро на это уйдет. Слушай, от чего зависит вот сейчас для нас цена артиста? Это... сложности с утрясанием его графика, например, да, то есть это спрос на него, или это, статус, или возраст, да, вот может же быть достаточно молодой артист, да, там, трубач, например, да, но дорогой, вот из чего складывается его цена сейчас, вот, или это его агенты так вот назначили и все? Ну, ты знаешь, наверное, во многом цена складывается из, опять же, из вложений, которые в этого артиста сделаны. То есть, как я уже, например, упоминала, Дайану Кролл, наверное, у нее очень серьезная промо, и эта промо сработала, скажем так, она может себя продавать за такие деньги. Ее гонорар порядка 100 тысяч. Вот это, в общем-то, существенно. Евро? Да, да. За один концерт? Да. Вот. Но это, конечно, не то, чтобы она лично взяла эти деньги, положила себе в карман или пошла погулять. Понятно, это же это команду большая нужно команда, кормить. Музыканты, да. Аранжировки. То есть это не ее издание. Личный индивидуальный гонорар, это гонорар за кейс. Да. Опять же, да, то есть, чтобы поддерживать бизнес вот на этом уровне, бизнес это требует вложений, соответственно, вот все стоит денег, абсолютно. Вот работа, опять же, с лучшими исполнителями, с лучшими звукорежиссерами. Хорошая там рекламная подача, все эти статьи в журналах тоже. Это все. Кто самый дорогой твой был исполнитель, скажешь? Вам все про деньги, Олечка, вам все про деньги, да. Слушай, ты знаешь, я, наверное, должна хорошо все подумать. Я могу вспомнить достаточно быстро по джазу на Днепре. Вот, давай по джазу. По джазу на Днепре. Мне кажется, что... у нас... Из дорогих это, наверное, была Пати Остин, потом Диди Бриджвотерс именно с ее программой «Мемфис Солофони». Вот остальные немножко меньше. Вот в этом году мы ждем Артура Сандоваля. Он вообще из очень дорогих артистов, но у нас прекрасная цена. Кто самый частый гость на джазе на Днепре? Кто чаще всех повторялся, да? Повторялся. А были такие, которые сами просились потом и говорили: «Ань, хочу еще в следующем году»?
А, дело в том, что это происходит практически со всеми. То есть на фестивале артистам нравится, и обычно, когда они уезжают, они говорят о том, что мы приедем еще. Вот. Когда-то была смешная история, но тоже это из давнего и не про джаз, когда Михаил Задорнов сам назначил через полтора месяца свои гастроли повторно нам. Вот мы тогда, это был еще вот как раз период работы в Рейнфорде. Но на удивление, он, конечно, нас тогда не подвел. Это был такой хороший период его работы еще, когда, скажем так, он работал не на аудитории Евгения Петросяна, а скорее на аудитории, которая больше пересекалась с аудиторией Михаила Жванецкого. Вот в те времена, то есть это было хорошее решение. Он действительно тогда собирал аншлаги. А что касается джазовых музыкантов, да, практически все хотят приехать снова. Многое зависит от, и это всегда очень сложно, даже вот в этом году я тоже с этим сталкиваюсь, это маршрут. Причем мы же, чтобы была приемлемая цена, вот особенно это, как бы, ну, от этого зависят американские исполнители, потому что авиаперелет из Штатов сюда стоит достаточно дорого. Вот мы всегда стараемся встроиться в европейский тур. Вот. А в Европе фестивали проходят практически все в это время. С одной стороны, это помогает очень серьезно оптимизировать стоимость артиста. С другой стороны, ну, приходится драться, буквально локтями расталкивать, потому что там Швейцария, там Италия, там еще кто-то. Мы все как-то одновременно проходим. Вот, в общем, и вот тут аэропорт. Аэропорт возникает, да? Да, аэропорт возникает всегда. И жирной красной точкой, да, в проблемном списке. Да, во многом, наверное, часто нам приходится пользоваться Запорожьем. Аня, у меня вот, есть, да, виртуальная корона, к коронавирусу не имеет отношения. Это всегда сложный вопрос для моих гостей. В чем ты молодец? Вот в чем ты бы сама бы себя бы скромно короновала бы? Да. В чем? Это может быть не связано с тем, о чем мы говорили, а может быть и связано. Мы же не все о тебе знаем и не можем знать. Я и сама все про себя не знаю. Ну вот в чем ты думаешь, что ты молодец? Ну, наверное, я молодец, во-первых, в том, что я всегда держу данное слово. Это для меня закон, и, честно говоря, я не смогу, допустим, если у меня... Ну, как, я не смогу никого подвести, если я не держу слова, то, скажем, жизни мне нет. Вот. То есть я надежный человек. Это, наверное, самое главное. Вот. Ну и второй момент, наверное, я сама себя, могу сама себе за это сказать спасибо. Я никогда не сдаюсь. То есть если дверь закрывается, я обязательно найду форточку, в которую можно вылезти. История со Жванецким это, ну, подтвердила, числе, это была первая история такая, да? Много историй, да, и много раз я начинала с нуля, вот, и, в общем, да, у меня всегда есть запасной план. А вот за последнее время были истории, когда приходилось не сдаваться и лезть в форточку? Да, все время, да. Вот прям вчера, да? Может быть, сегодня так будет. Серьезно? Да. Слушай, жизнь неспокойная. Если я позволю себе сексизм, да, с твоей фигурой в любую форточку можно влезть, да? Ну, спасибо. Это генетика? Или ты трудишься над этим? Не особо тружусь, но... Ты знаешь, я люблю ходить пешком. И понимаю, что это очень важно. Больше, чем 30 метров. Больше, чем 30 метров. Это правда, вот я просто каждому могу посоветовать. Лишний раз, если позволяет там время, погода... Просто вот, надо стараться выходить из дома и не на машине, а ногами. Спасибо, Анечка, тебе большое. Спасибо за то, что не сдаешься, за то, что держишь слово, за то, что ходишь пешком, за то, что в городе есть джаз, за то, что он есть в тебе. Если вам не хватает джаза, вот, пожалуйста, Аня может посоветовать. Кстати, обращаются к тебе в личку, например, Аня, что послушать или нет? Ты знаешь, чаще что посмотреть, кстати. Да-да. То есть кино в твоей жизни, оно продолжается без кинокритики, да? Ну, наверное, ну, правда, вот что посмотреть, спрашивают довольно часто. Что послушать, ну, бывает, это скорее, такие вопросы скорее задают подруги, которые хотят там что-то подтянуть, может быть, ну, вот так.
Люди, видимо, сами знают, что им слушать. Слушай, а у тебя в плейлисте только джаз? Нет, не только, конечно. И я считаю, что вообще музыка делится на плохую, хорошую. Причем плохую, может быть, иногда надо, скажем, не торопиться с выводами, она может оказаться хорошей. Просто. А есть у тебя вот твоя личная идеальная поддерживающая музыка, да? У нас же у каждого, скорее всего, есть поддерживающее кино, которое вот в любой момент, когда ничего не лезет, вот оно пойдет. Там книга такая есть, да, которая там до дыр, да, вот уже ничего открыл, и ты вот как там дома в тапочках, да? Есть такая музыка для тебя? Знаешь, всегда по-разному, но, наверное, вот на сегодняшний день я бы включила какую-нибудь французскую эстраду 60-х, 70-х. То есть Франсуаза Арди, вот что-нибудь такое, да. Спасибо. Ты сказала сейчас очень важную вещь. Мне это поможет. Дякую тобі велике, дякую, що ти сьогодні з нами. Я думаю, що не в останнє. Дякую вам, що слухали. Це була Анна Рускевич, сяюча жінка, жінка джаз. Хай буде так сьогодні. Ти не проти? Спасибо. До побачення.